Пробуди из Кыргызстана, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня вторник, 10 сентября, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в этой молитве, мой Господь. Новый день начинается, и прежде всего мы хотим поблагодарить Тебя за возможность жить этим днем, за дыхание жизни, за здоровье, за то, что мы смогли встать. Спасибо Тебе за все. Мы благодарим во имя Господа Иисуса Христа. Господь, все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, мы хотим отдать в Твои святые руки. Без Тебя, Господь, мы ничего не можем делать, но с Твоей помощью мы верим, что у нас все будет хорошо. Направь, мой Бог, нас в этот день. Дай нам мудрость, чтобы мы могли принимать правильные решения. Дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере. Помоги, мой Бог, нам. Пусть, мой Господь, в нашей жизни будет исполнена воля Твоя. Господь, мы просим, поставь Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварий, катастрофы, проклятия, зависти. Мой Господь, мы отдаем нашу жизнь Тебе и по вере мы провозглашаем. Сегодняшний день для нас будет благословенным во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся сейчас за нашу страну и просим, благослови Кыргызстан. Благослови, Господь, нашу землю, исцели нашу землю, как написано в Твоем Слове. Да будет спасение в нашей стране. Пусть наша страна будет развиваться, процветать для славы Твоей. Во имя Господа Иисуса. Мы также молимся за другие страны. Сейчас, мой Бог, из разных точек этого мира люди молятся с нами. И мы просим, чтобы Ты их защитил, чтобы Ты их благословил. Во имя Господа Иисуса Христа, мой Господь, да будет свет там, где Твой народ находится. Мы молимся за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Пусть, Господь, эти конфликты прекратятся. И мы сейчас ходатайствуем, молимся за людей, которые находятся в опасных городах. Защити их, их семью. Мы просим во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолите со мной: Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Дорогие друзья, я верю, что наша молитва была услышана Господом, и что Бог уже благословляет каждого из нас,
что сегодняшний день для нас будет благословенным. Аминь. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Вот что написано в Библии. Видишь искусного в деле своем, он будет служить царям. Простым он служить не будет. Дорогие друзья, искусный – это тот, кто делает лучше. Это настоящая редкость. Искусный не жалуется, не считает, что с ним поступает несправедливо. Искусный ничего не делает кое-как. Не работает только ради зарплаты в конце месяца. Дорогие друзья, он не делает только то, что хочет, но знает, что необходимо сделать. Искусный не ленивый, искусный хочет больше учиться, хочет быть полезным. Он рожден от воды и духа и хочет расти не ради своего эго, но чтобы Бог был прославлен. Да, Бог, дорогие друзья, ничего не делает кое-как. Мужчины и женщины, которых он избрал и о которых мы читаем в Библии, не делали ничего, знаете, спустя рукава. Было бы наоборот, они бы не победили, и мы бы не читали их истории в Слове Божьем. Не так ли? Кто от Бога имеет иной дух? Он просто не может соглашаться с тем, чтобы быть еще одним верующим. Он искусный в своем деле и будет стоять перед царями. Это неизбежно. Какой царь не захочет иметь, дорогие друзья, скажем так, рядом с собою лучшего из лучших? Тем более царей. И если же у кого из вас не достает мудрость, что написано в Библии? Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Это то, что написано в Слове Божьем. Дорогие друзья, ищите хозяина всей мудрости, ищите мудрость, которая приходит от Него. Приложите усилия, чтобы сделать лучше, научиться большему, быть искусным. Поступая так, вы получите мудрость свыше. Она сделает вас идеальным инструментом, чтобы показать силу вашего Бога. Подумайте об этом. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра. По бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами. И в вашем комментарии, если вы можете, пожалуйста, напишите вот эту фразу: кто служит царю царей, должен всегда делать лучше. Я буду так поступать и своей жизнью прославлять моего Господа. Аминь. Слава Богу. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня в 18:30 у нас онлайн-служение за восстановление здоровья. Если вы хотите участвовать, напишите нам на WhatsApp, на Telegram. Мы можем отправить вам ссылку, чтобы вы могли тогда молиться вместе с нами. Хорошо? Пусть Бог благословит вас и всю вашу семью. Хорошего вам дня. Идем вперед. Наш Бог всегда с нами. Никогда нас не оставляет. Тебя ищу я, мой Господь, от ранней зари и до заката дня. Жаждет тебя душа моя.